С Гарри я познакомился на одной из интеллектуальных игр, которые проводились в славные доковидные времена в Лос-Анджелесе. Мы достаточно долго играли в одной команде, пока не настало время для меня думать о приобретении недвижимости. Я поделился своими планами с Гарри, и тут оказалось, что, оказывается, он как раз этими вопросами занимается, являясь агентом по недвижимости. С тех пор у нас, кроме дружеских, возникли еще и деловые отношения. Работать с Гарри было одно удовольствие, ну, по моему вопросу. Я, как бы не банально это звучало, я хочу отметить его высочайший профессионализм, потому что все вопросы решались очень быстро, гладко. Порой были какие-то у нас, не у нас, а в процессе заминки, которые решались моментально. Поэтому я безумно рад, что Гэри помог мне совершить мою первую покупку недвижимости. При возможности, если меня кто будет спрашивать, я обязательно буду рекомендовать Гэри как агента, как высочайшего профессионала в этой области.